сложные матчи, я настраивалась, я играла с опытным соперником, поэтому я понимаю, что будет непросто, и сегодня я постаралась, может быть, играть не так активно с первых мячей, чуть больше разыгрывать, потому что я понимаю, что в предыдущих матчах я делала много невынужденных ошибок, поэтому в этом матче старалась как можно меньше давать шансов сопернику простыми ошибками. Конечно, я очень рада.